Доброго времени суток, мои дорогие любители острых и первобытных ощущений, таких как страх, ужас и желание выжить. Мне не спалось всю ночь, и я пришел к такому выводу, что надо бы поиграть за Джейка. К сожалению, я докачался Джейком до 50 уровня, но мне так и не дали саботаж 3 уровня. Грустно, придется в скором времени брать на него престиж и, разумеется, заново качать, потому что саботаж 2-го, ну, камон, ну это не серьезно, это же, скажем так, основной скилл Джейка, на мой взгляд. Бегаешь, крысятничаешь, режешь крюки, портишь настроение маньяку и... Судя по звукам, против нас играет медсестра. Ну что же, мы порежем этот крюк и сядем чинить генератор. Ну, пока все спокойно, мне никто не мешает. Наших товарищей не видно. Хотелось бы, конечно, сбросить ранг, так как у меня 16-й, против меня попадаются, опять же, ребята далеко по скилловии, чем я, но далеко по скилловии. Какая-то ерунда, не правда ли? Да, надо больше спать. Ой-ой-ой. Это за моей головой. Это за моей головой. Пожалуйста, не трогай меня, я хороший. Я больше так не буду. Шучу, конечно же, буду. Я сломаю тебе все крюки, которые увижу. Допустим, вот этот. Ух ты. Пока я ломаю крюки, ой! Провалил. Наверное, она сейчас прибежит сюда. Или все же она побежит за теми ребятами, которые завели уже генераторы. Медсестра, не надо, не надо. Не только... Ёлки-палки. Ну, ёлки-палки. Отстань от меня, женщина. Я понимаю, что я прекрасный мужчина, на все руки мастер в плане ломать. Пока что еще не чинил, конечно, но... Но все же. Поверь мне. Ты можешь найти кого-то... Не знаю. Нет, ты не найдешь кого-то лучше меня. И все же... Ищи кого-нибудь другого, только не меня. Тра-та-та. А мы тем самым временем продолжим наши гадкие дела. Я забыл, где тот крюк. Ёлки-палки. А, точно. Он был рядом с этим генератором. И меня... Ага, все, все. Танатофобия, блин. Не люблю этот скилл. Но я натыкался и на ситуации поужасней, нежели это томатофобия. Не помню, как этот скилл называется. Ой-ой-ой, зачем ты ее сюда-то притащила? Лори, что ты творишь? Аккуратнее надо быть. Держи. Вот я офигею, если она сейчас телепортируется и даст мне хит своей пилой. Ну, вроде ушла дальше за Лори. И уже, кстати, двух ребят она у нас хитанула. Но пока еще никого не положила. Но у нас пока есть время, и мы будем заводить этот гребаный генератор. Ой-ой-ой, да, все-таки ломать у меня получается лучше, чем чинить. Ну, конечно, она не станет тянуть и прибежит прямо сюда. Или нет, или да, или нет. Ну, хорошо, что это медсестра, а не колокольчик. Потому что с колокольчиком приходится быть постоянно на стреме и смотреть за этим, за этими очертаниями егошними. Ну, мы почти выбрались. Слушайте, это как-то изи. Наверное, парень просто делает
делик на медсестре. В общем-то, я точно так же на ней играю. Мне абсолютно не интересен этот маньяк. Отличный скилл-чек. Это не может не радовать. Вот. Абсолютно из рук вон плохо мне дается медсестра. Все, что я могу сделать, это хитануть ребят, и все, уходят. Но этот маньяк положил, причем второй раз уже, нашего товарища. Диспрайт Тайн. Какой интересный ник. Велоцираптор тоже упал. Ребята, ну вы чего? Аккуратнее надо быть. Так, это подвал. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. В подвале висеть плохо, ребята. Вы знаете, что висеть в подвале крайне плохая примета? Просто до безумия. Я даже не знаю, как их спасать оттуда, потому что, скорее всего, она будет кемпить, так как питание на ворота уже подано. И ей по-любому хочется забрать с собой хотя бы парочку ребят. Но мы попробуем. Мы все-таки попробуем. Я все-таки понадеюсь, что наш товарищ, который остался... Оп. Да, она все-таки будет кемпить. Ай-яй-яй. Ребята, кемпить плохо. Очень плохо. Это... Ну... Некультурно. Это неуважение. Кемпит, зараза. Кемпит. Ну нам... Нам не спасти, блин. Она где-то рядом, она поджидает. Эй. Эй. Не надо, не надо кемпить. Уйди, пожалуйста, куда-нибудь. Телепортируйся далеко-далеко. Ну, нет. Ой-ой-ой-ой-ой. Да выпендривался, надо было уходить. Ой-ой-ой. Три телепорта, три телепорта. Черт возьми. Ой, как не хотелось бы попасться сейчас на крюк. Вот так вот. Я размансил тебя. Отвратительная женщина. Я не буду никогда твоим. Нет, нет. Не смей этого делать, сволочь. Блин, я почти выжил. Я почти ушел. Надо же мне было пойти и шариться там. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Кемпер, будь ты проклят. Да. Ну что же, мы гордо умрем, набивая при этом бладпоинты. Скотина такая, ну ты посмотри, а. И ведь не отходит далеко даже, а. Сволочь. Сейчас мы увидим твой ник, покажем на ютубе, чтобы тебя запомнили, скотина. Бабы, бабы, они жестоки. Что поделать? Такова наша мужская доля. Терпеть все эти унижения и хамство, которые они себе позволяют. Ай-яй-яй, и та убежала. Ну что ты будешь делать? Ну да, не надо было мне все-таки там ошиваться, когда я уже понял, что она кемпит и что она ребят не отпустит. Ну... Дурак, дурак, сам дурак. Понадеялся. За что и поплатился. Итак, покажите нам ник этого негодяя. Аристократ, ребята. И сразу вышел, чтобы ему не написали, что он вонючка. Аристократ, ты вонючка.